Кто здесь? Эй! Наверное, показалось. В эфире радиоволна 16, в студии Сергей Пономарев. Здравствуйте. Сегодня на старом кладбище Сергиева Посада найдена уже 7-я по счету жертва неизвестного убийцы. Имя погибшего не разглашается. Известно лишь, что это убийство было совершено с особой жестокостью. Пресса уже назвала серийного убийцу кладбищенским маньяком. Полиция просит вас воздержаться от поездок на кладбище, пока убийца не будет пойман. А теперь к другим новостям.